находится очень строго, никаких камер. Вначале мы все формально вещаем, вы же помните это разделение, здесь все в ахуе приходят полнейшие при наличии камер, серьезно. Дайте не шухерить раньше времени, пока не делаете какие-то формальные дела. Меня тут местное руководство просит, чтобы действительно вы не снимали территорию колонии. Они говорят, вы все-таки там где-то поблизости снимали. Но все-таки, да, вот именно их колонию, Олаф, не надо делать, потому что это, собственно, они меня, так сказать, по-хорошему попросили, а? Ну, понятно, да, то есть вот можно чужие снимать, а их не стоит, потому что они, собственно, очень сильно контролируют и попросили. Нет, подождите, еще одна колония с той стороны дороги. А слушай, этот пресс снимал мне на фоне, вышел автоматчик, слышишь? Вот мы здесь снимались? А слушай, этот пресс, они сзади домов зашли, да? Mm-hmm. Вышел автоматчик на вышке, начал орать и снял с плеча винтовку. Круто. Вы убежали, легли сразу? Нет. Что, смелые такие? Не, он с телефоном вышел, потом положил телефон, снял с плеча винтовку и начал кричать.